Всем привет, дорогие друзья, с вами Раутова, и сегодня мы продолжаем играть в игру Assassin's Creed Valhalla. В общем, в прошлой серии мы с вами, дорогие друзья, спасли еретика под кличкой Фулки. Ассасин вытирает свой подбородок, видимо, он перекусил что-то по пути. А мы идем за Фулки. Она сказала то, что нам подскажет, что делать в ситуации с Союзом, как нам поступать, как нам лучше отхватить и убить Идвин, или, ну, ту королеву, которая всем этим заправляет. Если вы не помните, о ком речь, посмотрите прошлую, я позапрошлую думал, серию. Я... Погоди, а Фулки, ты где? Сука, Фулки-то где, блядь? Она на улице, чё она там пиздит-то, блядь? Если мы еще здесь, мы же никуда не вышли, блядь. Созданных рукой ложного бога Демиурга, которому поклоняются... Да-да-да-да-да-да, я помню. Я находила эти реликвии по всей Германии и в земле франков. Да-да-да, в общем, она сказала за ней следовать, и потом она расскажет, видимо, какой-то секрет, может быть, у нее... Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Может быть, у нее кто-то прячется между ног. Надеюсь, такого сюрприза не будет. Да, мы сейчас узнаем, она сказала идти за ней. Я не знаю, почему Басим и Сигурд очень сильно ей доверяют. Я не понимаю, она просто обычная еретичка, то есть ничего такого необычного тут нет. Я хз, но, может быть, брат не врет нам. Надеюсь, что такого не будет. Потому что если он нам врет, то я его, собственно, вот этот топор посажу. Ну давай, беги уже быстрее. Да, я хочу последовать за собой. Да, он очень хочет узнать, я не знаю, как она нам поможет-то в захвате. Как она нам поможет, я пока хз. Абсолютно ничего не говорили об этом. Ну что, уж надо далеко отходить от города, он сказал просто не следовать. Вот, наконец-то, все, пришли. Так. Хватит с меня тайн, Сигурд. Да, давай уже рассказывай все, заебал. Фулки хранит предметы огромной ценности. Наконец-то раскололся. Один из них может раскрыть мою сущность. А нахуя нам нужен этот союз? Сущность? Да, для дела, я помню, да, говорю. Сука, напиздел, блядь. Что ты потомок древних богов, уже победа. Я получил бы власть над этими землями. Потомок каким богов? Образом? Брат, во имя глаза Одина, что ты несешь? Он какую-то реально хуйню несет, он заебал. Говорят, у тебя есть камень со странными символами и изображением древа. Нахуй мы освободили, реально. Он специально ничего не говорил, он просто манипулировал нами, он обманул нас. Дан по имени Рагнар Ладброк. Он при тебе. Это жемчужина моего собрания реликвий. И нахуй, Эвор думает, нахуй мы это вообще слушаем, если, блядь, нам нужно заключить союз. Поэтому я и отвечаю, мы хотим заключить союз. Ты продашь этот камень, чтобы заключить союз? Нанять воинов? Или ты просто хочешь потешить свое самолюбие? Да, нихуя не понятно пока что. Подожду, пока вы трое придете к согласию. Ну ладно, это не касается тебя. Ни к чему. Мы хотели бы взглянуть на камень и прочесть руны на нем. Никому не под силу их прочесть. Язык не язык. А ты типа не можешь их прочесть? Ты же и владеешь. В таком случае ты ничего не теряешь. Да, я тоже так думаю. Верно. Спасибо тебе, о самозарожденный, что прислал этих троих мне на выручку. Ну хоть и платно. Послание богов тут ни при чем, Фулки. Я пришла сама. Ты пришла по моему зову, Эйвор. Он специально так говорит, чтобы, короче, нам камень дали. У меня уже голова пошла кругом. А меня, между тем, ты все больше и больше интригуешь. Короче, Сигурд что-то замышляет, и походу он пиздобол ебаный. Отправимся прямо сейчас. Ну типа, окей. Чем быстрее покончим с этим, тем лучше. Ну зачем идем. Нам? Я бы на месте Эвора, если честно, бы пошел бы сам разбираться с Идвин собственноручно. Освободил бы парочку людей, собрал бы их в одну армию, и после этого бы напал на Идвин, заключил союз. А не вот этой хуйней себе занимался, которую вот сейчас они делают. Ладно. Давай кабулку, короче, призываем. И погнали. Если уж так ему нужно, придется все-таки выполнить это. Причем. Долго нам будет стыдно за Фулки. Походу долго, она таким еще светится сиянием. Ну, в общем, мое мнение об этой ситуации. Сигурд что-то ведет себя как-то странно. Чем тебя так очаровал этот камень? Да, Фулки. Вот. Камень Сак принадлежал древнему народу. Поколению младших богов. Как и прочие вещи, что я собираю. Но она, скорее всего, это делает чисто для своей цели. Иисусу Христу. Ты не принадлежишь к римской церкви, как саксы? Канаэтичка же, блядь. Саксы верят в Христа Спасителя. Но я знаю его истинную цель. Он учит, хранитель тайны. Мне кажется, что поэтому со временем... Поэтому тебя ненавидит.
за твои взгляды? Со временем христиане вроде меня, Сигурд нас предаст. Это прямо 100%, если он такие хуйни творит. Римская церковь поверила лжи Сокласа или Элдобаофа до неудачи. Следуйте за Фулки. Мало помалу стал быть хватку Идвин. То есть типа два главных задания. Но нам надо сейчас за Фулки следовать, посмотреть, что за камень вообще нам нужен и как он поможет Сигурду. Просто я не понимаю, вот он сказал то, что этот разговор сейчас не особо. Есть истинный порядок вещей. Это странная сага Фулки. Да. Я сейчас еще расскажу свои мысли. По того, что Идвин ее схватил, я думаю, скорее всего, это было просто обычное нападение. То есть, ну, она с ума сошла, скорее всего, и поэтому и схватили. Нет ничего более необычного. То есть, вся эта история — это хуйня полнейшая. Лучше приготовьтесь. И что получит Сигурд, если получит этот камень? То есть, как он будет захватывать остров Фордшир, я пока не понимаю, потому что этот камень, наверное, скорее всего, не даст никакой силы. Это просто безделушка обычная. Пока что ничего не понятно. Зачем мы этой хуйней занимаемся? Я говорю, на месте Эйвор бы давно бы пошел бы уже каких-нибудь воинов нанимать, которые нам смогут помочь атаковать, чтобы за дело все это сделать, а не вот эту хуйню заниматься. Ладно, мы прибежали. Почти на месте. Нам туда. Что там за башня? Руины римского прошлого. Хитрая башня, которая может вынести твой мозг. Да, кстати, давайте возьмем тут хуйню на хип. ХП восстановится, да. Да-да-да, я помню, ты говорил, это бабеха, но нам, к сожалению, нужен только камень, поэтому слушать мы тебя не будем. Они типа делают вид, что мне интересно, на самом деле мне просто нужен камень. Да-да, сквозь Басиму пройти. Ubisoft, отлично. Отличная работа. Good job, the pastor mission. It's recovery. Где ты? Сбежал, блядь. Перевернули. Басим, постой снаружи. Походу, камень-то спиздили. Дело рук, Идвин. Я уверена. Не, я думаю, это просто какой-то чувак продал его. Должен был его спрятать, но я не знаю где. Письмо об отлучении. Да будет известно всем, что священник Оксерфорда, именуемый Полом, с этого дня и навеки отлучен от церкви и распространяет тлеворные ереси и богохульство. А, что, реально Идвин, знаете, замешано? И да будет отказано прощение до конца его дней. Понятно, короче. Я понял. Ну, похуй на этого чувака, на эту записку, нам нужно найти сам камень. Нам нужна какая-то подсказка, и я думаю, что камень спрятан вот здесь. Сдвигается. Он должен быть там. Сука, ладно, давай, короче, двигаем. Сделаем единственное, первый и последний раз одолжение этому чуваку. Я про Сигурда. Оу, нихуя себе. Это Пол, твой помощник? Убили его нахуй. Мой дорогой друг. Да, мой дорогой друг. Какой-то он молодой немного, а не дорогой. Слишком уж молод чувак был. А камень-то где у него? В кармане? Неужели они его не обыскали? Не может быть такого. Это все пиздобольство ебаное. С истинным богом, сокровищница света. Ну да-да, надо обязательно прочитать его молитву. Он умер же, ему же это важно. Твой дом поплатился за свою верность. Я думаю, он защищал... Мне кажется, камень спрятан где-то в этой комнате. Надо его искать. Это люди, Идвин. Они убили брата Пола и забрали мой камень. Да не может быть такого, он, наверное, спрятал его. Ты... Все время сомневалась, вечно мне перечила. Ты задержала нас, и я упустил свой шанс. Сука, ты чего, брательник? Охуеть! Мне нравится вариант ответа «Во все виноват Басим». Ну да, конечно, он молчал все это время. Пиздец. Вот я не ожидал такой подставы. Пиздец, я реально не ожидал, это не важно. Это лишь камень, Сигурд. Охотишься за тенями, словно безумец, воющий на луну. Дело, говорит, дело, реально. Надо и Идвина и ее союзниками. Пиздец! С ни с того ни с сего начал нас гнать! Победа. Узнать правду о себе. Ему какая-то безделушка важнее своей сестры. Тише, вы оба. Слышите? Воины, это Идвин. Быстро ты оценил ситуацию, чувак, Басим. Ладно, если это Идвин, давайте просто ее прирежем, и все, и будет все хорошо. Уже и патруль за нами послали. Очень умно. Как посмели вы, Даны, поганить мои сердца? Да, это Идвин. Надо... Я говорю, лук доставай, пуляй прямо в ебало. Сперва поговорим, да. Из этой башни взяли камень. На нем были руны. И некое дерево. Ты знаешь о нем? Я по поводу дерева, кстати, не помню. Да. Одна из этих еретических побрякушек. Вы что, пришли за ней? Ну какая разница, блядь? Мы предлагаем обмен. Камень
на мирный договор. Я думаю, этой нахуй-то не нужно. Мы дали Гедрику слово. Чё-то эти два вообще мутных типа, Сигурд и Басим. И мы уйдем из этих земель и не вернемся. Да, мы же дали... Вы принесете мне голову Гедрика. Нет, мы же обещали ему. Почти у нас в руках. Мы должны сдержать слово. Сука, мы же Гедрику обещали, брать, что мы будем против Идвина, не вот такой хуйней заниматься. Сигурд, ты предатель, что ли? Ну, а что ты скажешь? Чего? Нет. Ты дурачок, что ли? Я против! Да, нахуй! О, красава! Нет. Вот это понимаю! Убейте всех! Всех до одного! Против, конечно, против! Гедрик наш чувак, а Вова, чего, бля? Сигурд вообще хотел убить! Чего? Это ты не в себе, дубоёб! У нас был шанс! Да, у нас был шанс его убить топориком, блядь! Я этого не спущу! Ну, конечно, блядь! Пиздец, такая подстава, я не ожидал! Он и нам перечил, короче, он и хотел Гедрика убить, нашего чувака, которого мы... Ну, я, походу, не узнаю, потому что у меня хп мало. Короче, которого мы своим этим, своей душой спасали, чем которым согласился полностью помочь в деле с Идвин, то есть убить ее. И нихера, короче. И нихера. Так, ладно, мне бы сейчас пожрать что-нибудь, а то меня сейчас завалит на изи просто. Самодельный лук, ты мне, блядь, не друг и прочее, конечно, понятно. Так, это кто такие? А, это босс? Блядь, а у меня хп мало, у меня этот босс завалит, мне нужно сейчас, короче, хп где-нибудь найти. Угу, не сбежу. Погоди, я сейчас найду жрачку и потом тебе въебу, как всегда. Ну, я любитель такого, просто еду откладывать на потом. Просто, ну, мы сейчас с вами снимаем, дорогие друзья, поэтому я тоже есть не хочу. В любом случае, надо просто найти сейчас какую-нибудь морожку, что... Почему с хавкой в играх проблема прямо жесткая? О, вот ягоды, бери их. Молодец. Все, хп установили. Хуя-то, конечно. О, арбалетчик. Блядь, не надо, не сбивай меня. Чувак, пожалуйста, не сбивай мне хп. Все, я этого босса завалил дистанционно, скажем так. Еще один босс. Очередной пидорас, который стоит на нашем пути. Никаких проблем, собственно говоря, с этим чё... О! Мое любимое добивание! Финишим! Так. Чувак хотел нас попасть, но, к сожалению, крутилка смерти оказалась. Воу! Вот это уже жестко. Надо ягоды искать. Вот это уже жестко, нужно ягоды искать. Где же их найти-то? Так, убейте его двинских. Угу. Давай прямо отсюда сверху, короче, бонем. Не, может, нельзя так. Не, нельзя. Нас сейчас быстро завалить. Нам нужно просто найти очередной кустик с ягодками. Я просто представлю такую ситуацию в реальной жизни. То есть представьте себе, бабёха такая, короче, бегает от чужих войск, которые ее преследуют. И берет, короче, ягоды, засовывает себе в рот. И все, хп восстановлено. Мне жалко, конечно, что в реальной жизни все так не работает. Но я нападать не буду рисковать свою шкуру, потому что нас сейчас завалит, опять же. Боссы там реально жесткие. А с Сигурдом, конечно, разберусь позже. После такой подставы-то, это надо ему, короче, реально жопу надрать после такого. Че, все? Задание обновлено? А, все, они всех убили, я понял. Ну ладно, хотя бы от лишней работы нас избавили, и то хорошо. А то уж пытался искать эти ягоды. Ну че уж там, загрузка-то будет? Че на экран-то? О чем ты думал? Чувак, мы думали о союзе. Была возможность вернуть камень, не проливая кровь. Не проливая кровь, убить этого чувака. Он, во-первых, у нас договор с Гедриком, ты трус. Вот, кстати, оба вообще доказательства реально подходят к тому, что происходит. Но у нас договор с Гедриком был. Я не предам Гедрика. Это не тебе решать. А кому еще Моё решать? Мы с ним договор сделали. Мне, и оно крепче железа. Клятва ярлу важнее. Сигурд не только твой брат, но и твой ярл. Так, ударить Басима, вдохнуть поглубже. Я нахуй реально тебе ебу сейчас. На нахуй, прямо в челюсть. Лучше молчи. Довольно. Теперь понятно, почему во главе Сигурд. Слишком ты вспыльчива, сестра Волка. Не нравятся слова Басима? Вызови его на Хольмганг. Ой, Хольмганг, это же эта хуйня, короче, чтобы... Делай, что я скажу. Убить друг друга, я понял. Нужен камень? Он ждет тебя там. Это разногласия ебучие. Этот замок не взять.
Можно было бы вернуть камень, а потом... Да, но только у нас договор с Гидриком. Если бы мы, короче, его предали, нас бы убили другие войны. Вот и все. Теды или как их теги. Таков был замысел? Но ты заставил меня гадать, в чем цель твоих безумных поступков. Я не могу доверить тебе все. Тебя одолевают страсти. Я это знаю. Сука, ну все, начинается, короче. Брат и сестра поссорились. Сейчас будет битва, нахуй. Так, убить я его не буду. Можешь сидеть и стенать, брат. Мне нужно сдержать слово, и я это сделаю. Ты себя переоцениваешь, Эйвор. Мудрость Одина тебе недоступна. Бля, этот Басим, сука, заебал идем, меня. Басим. Вот это он его испортил. Я уверен, что это этот чел испортил Сигурда. В натуре. Фу, ты что не скажешь? Ссоры, то еще зрелище. Вы всегда так горячитесь в споре? Нет, такого раньше не было. Всю жизнь мы были близки, как родные брат и сестра. Всегда знали мысли друг друга. До сегодня. Да уж. Время насмехается над всеми. Ты славно это, сука, видение, блядь. Хочешь пойти в бой со мной? Чтобы отнять у Идвин власть над Широм? Еще. Ну, хоть кто-то нас понимает. Гедрик поручил мне лишить ее припасов. Ты случайно не знаешь, где именно она их берет? В Итенбарне. К востоку от Оксенфорда. И к югу от Руинвли. Охотно продают ее людям все, что нужно. Ну, понятно. Пусти там. Я скоро буду. Ну все, наконец-то мы вернулись к основной цели. Сигурд нам не помешает теперь. Он видел. Сигурд, брат, ты во власти бури, которую устроил сам. Это, блядь, помните, видение это говорит то, что нас предаст. Вот оно, блядь, реально случилось. А мы не верили этому. Оборона Эдвин уже не так крепка. Можно сделать ее еще слабее. Да. Это что такое было сейчас, вы видели? Так, ладно, давайте, короче, получается, реально идем в атаку на Идвин. То есть у нас, получается, уже есть небольшая такая армейка, плюс еще с Фулки в главе. Это Фулки, это, короче, элитный воин, который может помочь. А нам нужно, да, идти к ней, и так, все, мы с ней уже порешаем. А, целый километр перец, поэтому она, скорее всего, вырежет момент. Сейчас, секундочку. Надо Кабулку призвать. Кабулка, конечно, у нас очень топовая. Я говорю, основной персонаж этой игры для меня лично. Это Кабулка. Вот она нигде не участвует ни в одном из разговоров данной игры. Но она все время нас перевозит. То есть ее ни за что не считают. Мне кажется, что это несправедливо. Найдите Фулки и поговорите с ней. Она в Итенбарне, в западной части Оксфордшира. Тюгу от Руинвли. Спасибо за доскональную информацию. У меня, блядь, метка на карте есть. Спасибо. Отправитесь к юго-востоку от Большого пруда. Да, мы все это знаем. Поэтому давайте, пацаны, поставлю на паузу, куда доедем, уже я включусь. Очередная область поиска, которую хер знает, найду или нет. Так, ворон недоступен. Бля! Как нас убили-то? Нашу лошадь закусали одним куском. И Эвра закусали одним куском. Это вообще невозможно. Пиздец, я только приехал, пацаны, на это место, и меня ебучий волк уделал. Я, прикиньте, сражался со многим количеством людей. С царями, блядь, с королями. Один на один топориком на кулаках. И меня убивает волк. Поганый волк. Вонючий поганый волк, который вообще хер знает, что там делать, несу. Ладно, пацаны. Ждем. Так, все, мы пришли к Фулке буквально. Так, где она? Давай спешимся. Да, вот, короче, это наши воины теперь не с нами. Я спизжу немного стрел. На всякий случай. Чтобы, короче... Поубивать дополнительных воинов. Так она уговаривает тут людей. Из-за чего этот шум? Да. Она хочет меня ограбить. Учти, вот-вот придут воины проводить меня в замок. Этот торговец везет в замок припасы. Я понял, нам нужно, чтобы он не вез, я понял. Я сказала, что куплю все, а он ни в какую. Вот сука. Твое обещание в кошель не положишь. А Идвин надежный покупатель. Сука, так деньги покажите. Че, в чем проблема-то? У меня есть, короче, хорошее предложение. Сражайся. Идет война. Торговаться я не стану. Брось все и беги, или сдохнешь. Грязная данка. Сдохни! Вот хороший реально способ уговорить человека. Да, ну просто я не хотел тратить свои деньги лишние, тем более, если его можно убить, и он... Вот и все. Всего ты залог, блядь, на 2 копейки. Голову отрубил, торговца убил, товары получил. Всего ты делов, вон, это можно еще взорвать, блядь, эту хуйню. Можно было. Так, ну что, с Фулки договорились?
Используем масло, чтобы застать их врасплох. Угу. Я уже вижу, как горят воины. И слышу их крики. Чё, это не крики, это была какая-то хрень. Ксена у дороги. Можно устроить врагам настоящий... Не, ну можно их поджечь, конечно. Ну, это будет, наверное, не проверим очень хорошо. Провалить. Встань вон там повыше и высматривай их. Я понял. Я завою, когда увижу их. Мне интересно, как это будет выглядеть. Стражи тут бдительные. Да, так, спрячем тела, да. Подготовьте ловушку для других воинов, расставьте сосуды с маслом на дороге. Понял, ну типа они взорвутся. Но это легко отняет, конечно, нормально. Я люблю засады всякие такие прикольные, которые можно вот так вот идет воинами. Бах, бах, бах. Все, или вот это, погоди, слушай, расставьте сосуды с маслом на дороге. На вот этой дороге, что ли? Или где их расставить-то? Я чуть не особо понял. Как это делается-то? Опять же, ничего не объясняется. Может быть, вот этот, ну, по сути дела, сосуд с маслом, это вот этот вот сосуд. Мы их поставим на дороге, то есть вот дорога у нас, получается, здесь пойдут у нас воины. Сколько сосудов-то надо ставить? Пока что не уточнили. И что означает вот этот маленький значок вот на этой повозке? Я расставил уже 3 сосуда, сколько еще нужно-то? 4 сосуда? Сколько нужно-то сосудов, блядь? Подготовьте ловушку. А, воет, все, все нормально. Что это было? Неплохо, кстати, она этот, знаете, как эти люди называются, которые могут разными голосами трубить. За бок и называется, вот она похожа тёлка. Да я понял, сейчас мы их всех заебем. Сосуды я уже, короче, расставил. Если что, то можно. Я спрячусь вот где-нибудь здесь, пока что, вот в стоге сена. Когда они пойдут за первый раз. Это фулки, да? Нет, это просто какая-то тёлка. Ну ладно, давайте, идите, чуваки, давайте. Я сейчас вас завалю прямо одним луком. Люблю. Эйвор у нас такая тёлка, то, что она может кого угодно, просто только силой мысли убить. Ну, понимаете. Я сомневаюсь, что они наткнутся на мои сосуды, тем более учитывая то, что там люди идут, блядь. Но надо взорвать как минимум. Так, тихо. Устраните подмогу. В смысле подмогу, мы еще нихуя, блядь, не напали. Где этот торговец? Он обещал ждать нас здесь. Будет. Подожди, пока тут... Я ж поджег до хуя чего? Бля, сколько тут много? Фулки, я с тобой. О, горите. Ох, заебись, пошло. Хороший огонь пошел. А теперь просто расщемиваем всех. Сейчас товаров у них не будет. Идвин будет, короче, без своего пирожка. А потом мы посмотрим, как это заговорит. Посмотрим. О, сколько много килки тут. Заебомба. Бля, ебать там этот начинает фулки разносить. Так, для начала мы всех пушкали, пешкали, блядь, унесем на тот свет, скажем так. А потом... Воу, поосторожнее, блядь, ребят, Йохман или как его там? Это босс, это мини-босс, они довольно сильные, у них уникальная атака, скажем так, поэтому они такие сильные. А так мы просто атакуем, как всегда. Так, один есть. Бля, тихо. Мне бы сейчас хилочку бы еще. Только использовать, а не собрать. Использовать бы ее. Так, Йохман, хорош. Сейчас стрелами тебя подчикаем стрелами. Стрелы-то я взял, блядь, в прошлом-то, помните, да? Не зря я взял их. Чтобы именно такого чувака-пидораса убить, как этот чел. Серебро есть, хорош. Так, атакуем. Бля, мне вот этот блок бесит, когда они ставят так. Это чего такое было, блядь? У меня хп достаточно много было. Чего это такое? Увидели? У меня больше половины палки-то было. Бля, я не люблю такие моменты, когда переигрывать надо вот это все дело. Ну ничего, вроде воинов не так уж и много было. Ждем. Так, в общем, пацаны, в этот раз я расставил сосуды рядом с сеном. Я думаю, это довольно логично, потому что еще подождется и территория, которая вокруг. Поэтому мы сейчас резко нападем и всех заебем. А, да, еще, кстати, я нашел хилку себе, вы не видите, потому что на экране мой ебальник. Так что она находит... Ну, там, короче, одна хилка, то есть я могу себе восстановить хп. То есть я подготовился нормально к этому засаде нашей. И сейчас мы их разъебем. Даже видите, Эвор такая готовится всеми мышцами своими грудными. Сиськами, не сиськами, подмышками к этой атаке.
Думаю, мы сейчас всех выиграем. Давай, 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 давай. Двигай телом, отдыхай быстрее, давайте. Не люблю ждать вот эту всю херобору всю. Угу, давайте подходите ближе, 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 ближе в мою засаду. Сейчас захлопну. Опа, блядь. О, я босса, этот, как его, поджег. Самого главного, вот это хорошо. Пацаны, идите сюда. Я еще сосудов подожгу. Бля, как ярко становится. Походу, они все подожглись. Давай, 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 убегай, блядь, убегай. Дебил, 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 дебил. А вот это, ой, вот этого вручную надо убивать. Вот этого надо вручную убивать. Бля, да... Ну чего? Осторожно, блять, у него железный щит. Ну ничего, против такого у нас тоже есть. Вот такой способ борьбы. Он довольно хорош в некотором случае, но... давай, давай, пробивай его щит. У него, сука, щиты такие плохие. Вон там еще кто-то под щитом идет, блядь, такой... знаменосец. Так, одного убили с помощью три. О, взорвалась еще одна посылка. А вот этого я помню, на него надо прыжком, короче. Бля, аж. Хорошо, что у нас скилка есть, хорошо, что у нас... Бля, да как же его пробить-то, сука? Фуки, помогай мне, Фуки! Фуки, ты где? Фуки, ты где? Фуки, Фуки, походу, не будут. Блять, о, загорелся, вот гори, сука, пидорас. Так, этот со штырем своим, блять, идет. Знаменосца мы последнего убьем, чтобы нам другие пацаны не мешали. Понятное дело, он очень мощный, но надо по-своему немного гасить. И еще нам нужна Фуки для того, чтобы она все это дело тоже сделала. Так, она где-то там, судя по голосу. Да, вот она. Пойдем, короче, он там последний остался, пидорас. Давай мы его убьем. Вон он к нам идет в гости, блядь. Вау, это кто? Кто это стрелял, блядь? Так, давай-ка, давай-ка. Блядь, вау, 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 осторожно. Ну, один на один, это простая дуэль. Тем более Фукина помогает, поэтому сейчас мы его быстро заебем. Главное, чтобы он нас не стрелял. Бля, стрелы у меня, походу, кончились. Фуки, помоги, пожалуйста, я тебя умоляю. Во, хорош, хорош, хорош. Во, во, вот так вот его можно быстро запидорасить. Вот это вот белая полоска, как я понял, это типа его стамина. То есть, типа, со временем... О, или это хп у него было? Заебись. О, красиво. И Фуки нам помогал. Фуки все-таки телка хорошая. Хоть она, конечно, не очень такая красивая, но сойдет, сами понимаете, на безножье сойдет и... Короче, что угодно. Следуйте за Фуки на вершину холма. Может, она сейчас будет признаваться нам в любви за то, что мы спасли ее жизнь и помогли ей немного в таком случае обрести свободу. Ну, то есть, потому что мы против Идвин выступаем так же, как и она. Надеюсь, там будут какие-то приятные слова. Ну, ладно. Давай, давай, говори свои мысли. Говори, говори. Кажется, это все. Идвин будет, бля, ждать помощи, но помощь не придет. Дым. Что-то не так? Нет, нет, совсем наоборот. Даже очень в хорошо все. Твой брат сказал, что состоит в родстве с богами. Ну, это он типа пиздел, наверное, скорее всего. Он действительно потомок Ису? Детей архонтов? Да не мы не знаем. Не сочти за грубость, Фулки, но мне не понять и половины твоих речей. Извини. Порой я хочу от других слишком многого. Да знаете, когда с программистом вот болтаешь, он болтает с людьми, тоже нихуя непонятно. Незнание чего? Что за прекрасный вопрос? Спрашиваю иначе. Может ли твой брат быть потомком богов? Или может быть он сам бог? Нет, такое невозможно, я думаю, скорее всего. Он слишком... Он слишком ведет себя плохо для этого. То есть он как-то, знаете, он нерассудительно поступает. То есть он ничего не объясняет, ничего такого сверхъестественного что-то не делает. Мне кажется, он просто обычный Яроу, и, в принципе, ничего такого нет. Это невозможно. Такого не может быть. Неужто ты сама в это веришь? Не тот самозарожденный свет, что правит миром. Но меньший бог. Слабый и поддающийся слабо. А в чем толк тогда, типа? Сигурд всего лишь человек. Да, сын, я тоже конунга, так думаю. И мой брат. Да, он много о себе думает, но он не бог. Может, кстати, у нас новый шлем? Или мне показалось? Начался с одного из них. Давным-давно. Нам некогда об этом думать, Фулки. Да, нужно об Надо этом потом после Идвина. Чтобы узнать, все ли готово, чтобы идти на приступ.
Удачи, Эйвор. Я побуду здесь. Помолюсь за павших, прежде чем пойду. Ну да, конечно, давай. Я не буду, конечно, к этому придираться, но все же. Давайте, кстати, посмотрим, что у нас за навыки еще у нас. Есть же 4 навыка, можно прокачать. Так, дальний бой. О, кстати, нам довольно полезная эта штука. Урод внезапной атаки, это когда прыгаешь с топором, я помню. Здоровье, нам побольше здоровья нужно, а то нас убивают. Устойчивость к огню, ну, можно, кстати. И путь волка. Да, тут довольно много, короче. Довольно много, да, дают. Еще 2 очка у нас наука, и сюда еще дальний бой можно прокачать. И урон слабых ударов, я думаю, тоже хорош. Еще здоровье прибавим. Как-то так. Ну, я думаю, на сегодня все. Ой, опять 2 очка наука. Ну мы их потратили, да, все верно. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я снимаю Ассасина пореже, потому что эту игру смотрит, ну, не особо много людей. Если хотите, чтобы было больше Ассасина, ставьте лайк, комментируйте, конечно же. Я, если увижу большую активность, буду снимать, конечно. Вот. Иногда просто этой игрой возникают проблемы, ее тоже довольно сложно снимать. Поэтому... Так вот и выходит, наверное, скорее всего. Ну, в общем, хочу пожелать всем до скорого, всем удачи, всем пока. И мы в следующей серии разберемся с Гедриком, как с ним поступать. Сможем ли мы противостоять Идвин и присоединиться ли Сигурд. Там, кстати, вот стрел тут есть, я возьму их тоже. Вот так вот, да. Все, всем удачи, всем пока. Всем привет, дорогие друзья, с вами Орала ТВ. И я хочу сказать по поводу конкурса. Так как наш канал довольно маленький еще, мы будем делать маленький конкурс в конце прохождения каждой игры. А именно, как я уже говорил ранее, в некоторых других видеороликах это будет 500 рублей после окончания любой игры. Так что для того, чтобы принять участие в конкурсе любой игры, а я напоминаю то, что вы можете принимать участие в разных играх и выиграть эти 500 рублей. Да, подгончик небольшой, но... Потому что наш канал только развивается. Потом конкурса будет больше. Для того, чтобы принять участие, вам нужно сделать репост в любую из социальных сетей, поставить лайк под любым видео и написать в комментариях «Я участвую». Ну и оставить там свои социальные сети, чтобы я смог с вами связаться после того, как конкурс закончится. Это все требования, поэтому, если хотите принять участие, то выполните эти действия.